нельзя бросать полотенце. Вообще такое. Реально. Там вон павлины. Блядь, какие интересные сооружения или еще что-то. Там вон зайцы, вон они сидят. Там какие-то дети играют на слоне. Ой, по травке как кайфово. По камушкам приятно, а по травке так вообще. Вон детишки играют. Ресторан. Люди завтракают. А здесь у нас зайчики. Зайчик. Мата и Огаун или Адаун. Что-то написано. This rabbit's name in Vodga. He was adopted by the engineers of Tavern Resort and lived in the resort engineering department. He had to keep the engineer company every morning and head out to the gardens to play with the children in the afternoon. He then returned to the engineering department to sleep in the evening. When Vodga was 3 years old, he became landlord of the resort. Management decided to find him a soulmate, Mata. Today you see there are many offspring all over the resort gardens. Как красиво, ребят, реально. Опа, птичка, 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 вы видели? Как маленькая павлин, как маленький павлин она выглядела, если там на паузу, может, если поймаете. А тут реально скульптура Мадонна, как итальянцы бы сказали. О, белла Мадонна, эскуза. Вот это да, ребята. Это же не просто так.